Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и сегодня мы слушаем алматинский джаз от MD. Это прослушка, чуваки. Так, ну что ж, у нас тут молодой перспективный исполнитель, MD, 20 лет парнишки, Казахстан, алматинский джаз. Что-то интересное, походу. Я ведь люблю джаз. Погнали. Первый трек «Весновка». Тут еще несколько совместок, ремикс даже есть, выдох-вдох. До этого у нас был вдох-выдох. Сладкий голосок. Хочется прям набивать ритм. В общем, это у нас поп-исполнитель, но не зашкварный поп, я надеюсь. Красивая гитарка. Слушайте, крутая музыка вообще. Я даже как-то не ожидал здесь такие биты услышать. Я прям представляю танец с какой-нибудь девушкой в платье таком красном, знаете, под эту песню. А я такой в шортах, в толстовочке. Мне кажется, слишком длинно, уже можно было бы заканчивать. Вот здесь где-то вот примерно. Ну что ж, хорошо, идем дальше. Дождь. Если честно, я думал, это у нас будет какой-то хип-хоп исполнитель. Но вокал хорош, слушать приятно. И музыка просто балдежная. Такой R&B соул исполнитель. Казахстан, красавцы вообще. Я просто поражаюсь, как это круто, а? Пока мне все нравится. Нет второй такой, как ты. Песня о любви. Но я думал, что будет полностью джазовое что-то. Ну, в общем, это менее понравившаяся работа. Я такое не хочу слушать. Я и не был готов такое слушать. MD feat. Dyna Tunes. Навсегда. Что-то печальное, грустное. О любви. Что-то на казахском, да? Но голос красивый. Ну, вроде как красиво, ребят. Вечерний звонок. По музыке все очень круто, интересно. Синты добавлены тут. Пока меня отталкивает только то, что слишком много поп-музыки. Я все-таки ждал в основном джаза, соула. Молчать. Молчать.
Прикольно. Выдох, вдох. Седьмой трек, еще чуть-чуть. Я был рад только, по-моему, первым двум песням. Ну, как вам сказать? Я, конечно, с одной стороны понимаю, почему он выводит все в новое звучание. Он же все-таки поп-исполнитель. И ему надо, чтобы это было слушабельно, чтобы слушателей было больше. Но я бы не называл алматинский джаз. Я надеюсь, это он не испортит всякими ритмами EDM и поп-музыки всякой. Вот это балдежная, красивая мелодия. Приятно слушать. Пожалуй, ее я себе и добавлю. Следующая совместка 18 feet The Queen. The Queen. Ну, такое. Посмотрим, что представит нам The Queen. Девушка. Красивый голос. Так. Baby Boy. Классно по музыке. Ну, в принципе, неплохо. Хочется сейчас какого-нибудь солика от гитарки. Ну, не знаю, что-нибудь. Да? Да, вот такого что-нибудь. Взрыва какого-нибудь. Прорывание этой музыки. На завершение альбома было бы круто. Но у нас есть еще ремикс, и посмотрим, нужен ли он тут вообще или нет. Так, выдох, вдох, ремикс. Давайте я убавлю и поговорим. В принципе, очень перспективный, мне кажется, артист вообще. Ну, он сейчас, наверное, более известен, да, стал. Меня оттолкнуло вот именно поп-звучание. Я все-таки хотел больше джаза. Вот, поэтому немного треков могу выделить. «Весновка», «Дождь», «До луны обратно», «Baby Boy» мне очень понравилось. И, по-моему, «Молчать» интересно еще. Я не знаю, как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Check it out!